はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは結構前に、遊んでいたこちらのゲーム、チェルノブライトの、正式版のリリース日が7月の27か8に決まって、それに合わせて、日本語の字幕が追加されることが告知されていたんだけど、どうも製品版リリース前にしてすでに追加されてあったらしいんで、また久々に遊んでいこうと思います。まあ、以前までは英語しかなかったんで、ビッグボーイ翻訳を、字幕を編集で割り当てていたんだけど、まああんまり精度は良くないかもしれないし、あと編集がめんどくさいんでしばらくやってなかったんだけど、はい、こんな感じで音声には日本語はないけど、まあ雰囲気出すためにロシア語のままでやっていこう。で、あと日本語は適用されたけど、一部まだ不完全らしくて、英語のままのところとかあるらしいから、そういうところはまあ編集でなんとかしていこう。で、前のデータがあるんだけど、まあ度重なるアップデートで多分いろいろ変わってると思うし、まあもう正規アクセスまで1ヶ月切ってるんで、今まだアーリーアクセスだけど、また最初からやっていこう。内容が途中でループしたりしてたしね。難易度はまあミディアムでいいかな。はい、やっていこう。で、このゲームプレステ5とか、あれ変わってる。Некоторые никогда так и не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезенные зоны, чуки. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников, они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно, саркофаг трогать нельзя. あ、ちょっとシーンが追加されてた。で、最初車で原発付近まで近づいていたよね。確か。あれ？車じゃない。電車？イガイル、просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями?Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет, правда? めっちゃ不気味なんだけど。あ、操作できない。イグル、ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Очни. あ、操作できる。え、ダニャ、どこ。ダニャ、прекращайте шутки。え、新しく追加された場面か。ノティソーニャ、新聞読めんなんだこれ。あ、日本語出る。プリピャチを暗い雲が覆う。え、過去の話で、主人公前までイゴールって呼んでたけど、カタカナ表記だとイーゴルになってた。で、なぜかタチアナがいる。イーゴール。ちょっと字幕ちっちゃいな。大きくできるかな。残念ながらできないっぽい。ちょっとちっちゃかったらすまん。操作、ジャンプ、しゃがむ、伏せるはないんだったな。
И? Подожди! О! Сделал мне предложение. И на него ли? Так нервничал. Такой милый. Мой дорогой профессор Хименюк. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество! Где ты? Я-я, итазра докоро жа най кедо. Чоужоу геншоу да кедо. После стольких... О-о-о-о! Ну хватит уже! Ха. Су, 一応 この ゲーム ホラー ゲーム だから。ああいうのびっくりするからやめてほしいわ。はあ、なんだこれ。グラフィックもなんか前より良くなってるけど。ここどこ？あ、広い。意外。うわうわうわうわ、どこ？あ、家がある。あら、あ、武器。あ、なんか AK っぽいのが。あら、あ、観覧車。プリピアチ？何がどうなった？エイムで射撃。ああ、なんか出てきたよ。チェルノホスト？敵が迫ってくる。え、これ弾どんぐらい入ってんだ？ああ。え、硬い。どうともできる。そう、このゲーム確か腰ダメ打ちがないんだった。ああ痛い。あ、スティック押し込んだら回避コードが取れる。ちょ、めっちゃ出てくるんだけど。して無駄にブレる。危ない危ない危ない。痛い、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、待って、弾切れなんだけど。え、戻ってきた。どこ行く。何ここ。はあ、チェルノブイリどころじゃないんだけど。写真。Что это такое? Мы неизбежность. Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Э? Сагиоба? Ты кикюни ханашига. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Хияку си сугитиру тоюка ханашига. Май но шин доко итта? Тракку де генпац ни мукатте та шин. А? Портал дженерейтор?あ、これ、ワームホール作ってた、やつだけど。材料どっかある？あった。え？前までのアーリーアクセスの話なかったことにされた？
コンピューター?カード?なんだこれ ?FDT。Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. ちょっと日本語は不自然なところが多いかもしれないけど、まあないよりはいい。これでポータルジェネレーター。あれでもこれってチェルノブライトがあの鉱石ないとワームホール作れないよな。ああ時計。Приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нарт церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они... Тут тестируют свою рекрутивацию чего-то там. По-моему, там нет никаких испытаний, но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... Чернобылита? Так он называется, Игорь. Игорь! Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. А, майно синдо. Эй, он мазит, я умекаю. Что это такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. А, これでチェルノブライトを取りに来ましたっていう流れ。Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут босс. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. So, Игорь は兵士ではないと。これは前と同じだ。会話の内容がちょっと変わってるかもしれないな、前と。で、そう、原発に着くと。あーで回想シーン。Потом ворон будет считать. Игорь, пора. Через заборы в канализацию. Ох, канализация. Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы со всем разберемся, ладно? Не геройствуй. Без паники, Оливер. Где ты видишь героев? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. で、アントンとオリビア。前オリバーって呼んでたけど。イガイ。Хватит разговоров. Вперед. あ、リアル。После вас, Игорь. Дамы, умники, вперед. で、あ、そう、早速この辺で選択肢が出るんだけど、まあ、別に叱る必要はない。А ты шутник, да? あ、で、NAR の兵士のトラックが。Вот дерьмо. Игорь,
Ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. そう、タチアナは脳に直接語りかけてくる。 NAR っていうのは何だろうな、この現代の原発周辺を占拠してるって言えばいいのか、支配してるって言えばいいのか、同じことか、まあ、敵対組織と考えていいはず。で、この先でステルスを、兵士がいるな、ステルスをしないといけないと。前のアーリーアクセスの時は兵士めちゃくちゃアホだったから、背後にうまく近づけば簡単にステルスキルも取れちゃう程度にアホだったから、ゲームとしては進行すげえ楽だった、楽だったんだけど、アップデートするにつれてだんだん頭良くなってったから、多分もうそう簡単にかいくぐることはできないはず。Видел что-нибудь любопытное? Нет. Для любопытного мне уровня доступа не хватает. Дай-ка мне бутылку, Серега. Тут-тут-тут. Эй, кочек. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. О! А, сочи фримык. А, LR でリーンできると。結構リーンできるな。とりあえずこっちに。よしよしよしよし。左上のゲージは体力？体力だっけ？ヘイ！イガリ！Сюда！Это точно нужный вход? Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Инвентарь で... А, これさっき作ったやつ。環境分析器。Три, шесть... Да, не отлично, но и не ужасно.Выше нос. Мы в безопасности. На ближайшие час-два. Вы все не в безопасности. Хай. Джинбуц との кайва шин の時だけ顔がすげえリアルだけど。Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед.Так точно, капитан Оливер. もうおそらくこの辺は前と変わらないのかな。あ、これでハイライトできると。Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь?У нас сейчас нет времени на лицо, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Контена. Кеку сенсартен, да. Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда и еще поржем над этой историей за кружкой пива. Аре, коре, мае мотто...短い時間でハイライトできたはずだけど、ゲージ溜まる速度すげえ遅くなってね。めちゃくちゃ遅くなってる。機械部品で、これ確か、あ、こうやって切り替えるのか。
この辺を切り替えてハイライトするアイテムを限定させることもできるんだっけ？まあ、限定させる必要はないから、その他でいいのかな、今は。とにかくハイライトがめっちゃ遅くなってる。Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Имано ва табун мелтдаун но токи но кайсо.Стоим! Вижу противника. Двое впереди. Тише. Антон, тот слева твой, а я возьму... Я займусь вторым, Оливер. Ого. Поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Хейси же ないのにね。ここで早速、ステルスキルを私がやろうと。言う。終わったか。ここで近接。あ、羽交い締めは相変わらず静かに。ためらった。ナイフ、ナイフなんて持ってないんだよな。Да, давненько я тут не был. Мейн консоль. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ5 еще работает. О. А, motion が増えてる。で、これだ。Игорь, не надо! Татьяна?Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. で、またタチアナが脳に直接語りかけてきて、確かこの時は、押さないで言い訳を前選んだ気がするから、まあ、前と同じ選択肢で進めていこう。Да не заснул я. Система не отвечает. Если я ошибусь, в реакторе может случиться еще одно расплавление. Ты ничего об этом не говорил.И что теперь делать? Нам нужно найти другой способ попасть в реакторный зал. Нам это мне и Антону, так? Ладно, идем. За это нам и платят. К реактору. Хай. Бегом. これ逆に押してたら本当にメルトダウンが再来したりして。こんな不気味な BGM かかってた？